Вот она, красавица. Венера. 12 июля 2020 год. Харьков, 4:35 по Киеву. Серп Венера. Он поднимается над горизонтом. Да. Это не... не затмение Венеры, это фаза Венеры, то есть она освещена Солнцем. С этой стороны мы видим темную часть, то есть мы ее не видим, она просто скрывается на фоне неба. Сейчас покажу Луну, она выглядит почти так же, ровно по тому же поводу. Освещена Солнцем, которое вон там сейчас будет вставать. Вон, видно, видно. Просили меня снять солнце, конечно, я так делать не буду. Пожалейте оптику, ребята, вы что в самом деле. Зачем же сжигать? А, я могу, кстати, на свой старичок Sony снять восход солнца. Если будет время переключиться. Его уже, к сожалению, не жалко. 6 лет отработал в полный рост. Как он до сих пор жив, совершенно для меня загадкой является. Вот Луна, да, ни у кого ж не возникает идея, что Луна сейчас затмевается с правой стороны каким-то объектом. Просто она освещена Солнцем. Аристарх, привет, Аристарх. Кратер Аристарх у нас белеет. Один из самых новых кратеров на Луне. Ему всего-то 60 миллионов лет, насколько я помню. Ну, тут как помню. Динозавры помнят, я не помню, я помню только по описанию. А динозавры его помнят как раз, когда 60 миллионов лет назад исчезли динозавры, да? Прилетел астероид на Землю, прилетел Аристарх на Луну. Динозавры такие, ну, хоть не одни мы. Что, Сатурн скрылся? Не вижу, я сейчас попытаюсь. Юпитер точно уже сел. Не, ребят, не готовы сейчас пытаться найти здесь Сатурн, даже через окуляр. Может, краешек солнышко снимем. Комета пропала. Так, я расстроился. Две ночи, позапрошлую ночь ехал снимать парад планет. И обнаружил посреди неба комету. Это, знаете ли, было впечатление сильное. Я впервые в жизни видел комету. И повторю сразу для комментаторов. Да, впервые в жизни, в 98 году, когда была комета, я служил срочную службу в Крыму. Не до комет не было. Ну вот где-то здесь должно наше светило. Появиться. Марса же не снял. Shame on you. Ну, то есть он me. Или его уже не видно.
А, его уже не видно. Ладно. Претензии снимаются. Вернемся к солнцу. Ну, в общем, у кого есть терпение наблюдать, как я навожу резкость на Сатурне, на Юпитере, и при этом никакой сосудик в глазу не лопается, те дождутся и восхода солнца. Это максимальное увеличение просто ради развлечения. Ну и стих заодно получился. Ой. Мошки-камошки. Ну где ж ты? Где-то посредине лета. Хочу уже диск солнца заснять. Над самым горизонтом через такие плотные слои атмосферы оптику это может и не пожечь. Надеюсь, не пожжет. Так, по-моему, уже вижу. Я как Homo erectus. Выше нахожусь, чем объектив камеры. Я уже это солнце вижу. Да, вот это оно. И опять Пергюнд. В пещере горного короля у меня в голове играет. Ну ничего, пока я не дошел до разговора с воображаемыми друзьями. Или того хуже, до драк с ними. Пергюнд я переносить готов. Пергюнда. Максимум увеличения 125 крат оптического и 4 цифрового. Плывет просто. Это, конечно, не протуберанс, это просто в атмосфере Земли. Лучи света гуляют. Все, ребятки, дальше не буду, жалко технику. Да, давай теперь, раз уж мы сняли солнце, в том же кадре снимем мы Венеру. А где она? А вот она. Сейчас попробую через окуляры нащупать. Вон
Все, увидел, поймал. И зафиксировали. Солнце уже над горизонтом. Но мы видим Венеру. Согласно Википедии, это редкий случай. Ну, в общем-то, Википедия тут ни при чем. Я был в некотором шоке в мае месяце нынешнего года, когда пошел снимать вечером Венеру. Но пошел снимать ее, ну, настраиваться заранее, там штатив установить, навестись в нужном направлении, комаров прикормить. И вот еще солнце не село за горизонт, я ищу то место, по стеллариуму посмотрел программу, где должна находиться Венера, навожусь туда. И опачки, она там, ну то есть понятно, что она там, но я ее видел и снял. И был несколько шокирован, что при несевшем еще солнце планета видна. Это был сюрприз. Потом еще был сюрприз, я при рассветном, но не превзошедшем, не вставшем уже солнце, но на рассвете снял Юпитер с Сатурна. Птичка, ну давай, у меня тут функция есть, birdwatching, наблюдение за птицами. Сейчас не этот режим стоит, ну давай мы тебя снимем. Раз ты такая меня орнитолог. Что, ну, не время искать в шее там или что у тебя блохи. Ты у нас тут не знаю, кто ты, как тебя звать. Но выглядишь неплохо. Птичка невеличка. Ладно, мы идем. Смотреть на... Слушай, а может Марс даже можно разглядеть, а? Господи, как неудобно. Сейчас. Опущу немного треногу. Штатив. На корточках попытаюсь. Ну, где-то здесь Марс. Нет, не видно. Не хватает Марса освещенности, как в Венере. Чтобы он был запечатлен. Так, наверное, на этом кадре и закончим. Что я перешел на дико длинные видео. Так, сейчас, наверное, еще раз сниму вторым фотоаппаратом.
Так, для тех, кто смотрит съемки с Никона, озвучиваю. Я сейчас включил фотоаппарат Sony. Старичок мой включил. 4.51 по Киеву. 12 июля. года. Это луна в 125-кратном увеличении плюс 4 цифрового. Ну вот она в 50-кратном увеличении, снятая с рук, не со штатива. Вообще не хочешь наводиться, да? Хочешь, да? Молодец, автофокус. 6 лет интенсивной эксплуатации. Так, а тут у нас на Никоне уже луна сбежала. Комета сбежала, так досадно. Была комета 2 ночи подряд на УАЗ. И вот ты посмотришь, да просто какой-то миномет. Оптика. И 4 крата еще цифра добавляет. Звено истребителя куда-то рвануло. Ой ты боже мой, тут же ж... Я извиняюсь для тех, кто смотрит с Никона. Совсем я заигрался со съемками. Сейчас сниму на Никон еще и фотоаппарат Sony. Малепусенький. Не знаю, как это будет выглядеть. Солнце поснимать через 2 фотоаппарата. Ох, хватит этих извращений. Так, 12 июля 2020 год, Харьков. Да, Паргюнд, натуральный. В пещере горного короля. Ну, еще немного без сцены. Кармен Сюита.
Так, сейчас уменьшу, ребятки, сейчас я еще хочу пофотографировать. Что там, еще 8 минут съемки, допустимо, да? Ну и хорошо. Дальше ничего интересного не будет, если хочешь, выключайтесь, а я пока... Поснимаю Никон на Sony. Все. Вечером приду опять. Сегодня, по-моему, последняя ночь будет. Не дождливая, не облачная. Дождливость, недождливость тоже вторично. И на том и закончится наша эпопея. С этой Санта-Барбарой. Парад планет 4 июля снимаю по сегодняшнее 12-е непрерывно каждую ночь. Сериал.